Поставьте плюсики, если видим пока с экрана. Отлично, замечательно. Значит, все, я настроил, чтобы нам было, чтобы мне было удобно вам показывать. Значит, чтобы у вас сайт открывался на русском языке сразу, сразу поставьте вот здесь русский язык и нажимаете «Войти». Вводите электронную почту и пароль, полученный. Так, все должно быть видно. Видно экран? Замечательно. Так, друзья, значит, рекомендую перед самым вводом вашего пароля и электронной почты переключить на русский язык. Тогда вы входите в кабинет на русском языке, и у вас при первом входе включается подсказчик такой, который по всем кнопочкам вас проведет, что означает каждая кнопочка. Если подсказчик не включился, вот здесь с правой стороны нажимаете такую звездочку и нажимаете «Помощь». И включится вот такой подсказчик. И он прямо за ручку вас, как говорится, проведет. Что означает каждая кнопочка? То есть вот эта кнопочка «Веб-сайт», нажимаете «Дальше». Вот это «Редактор». То есть что такое редактор? Где страницу саму наполняете? Дальше. Оформление. То есть там много разных макетов вот здесь находится вашего сайта. Нажимаем «Дальше». Здесь статистика. Нажимаете. Здесь профиль, то есть ваша учетная запись. Здесь страница, вот здесь 4 странички уже сделал. Дальше, домен сейчас такой сделанный. Как только мне оформят на ВВЭПСе домен второго уровня, я этот домен переделаю на правильный домен. Не четвертого уровня, а нормальный. Дальше, здесь настройки, то есть видите, все вроде как доступно. Загрузите лого для вашего сайта, то есть логотип. Дальше. Оформление, то есть это тема. Дальше. Выйти кнопочка. Окей, все. По этой странице, по всем-всем элементам вас за ручку провели. Теперь дальше. Ваши странички, они вот здесь. По умолчанию у вас вначале будет одна страничка, будет написано «Домой». Здесь вы можете редактировать страницу. А, еще такой момент, но это уже не столь важно, потому что уже обсуждали, как сделать доменное имя. То есть в самом начале, когда вы только-только входите, вам предложат создать доменное имя и предложат там компанию название написать. В общем, заполняйте так небольшую анкетку и кнопочку. И после этого как раз входите сюда. Дальше, значит. У вас будет одна страничка здесь. И здесь есть карандашик «Редактировать». А у вас по умолчанию будет стоять здесь слово «Домой». Ну, можете изменить это слово на другое. Ну, допустим, это будет первая страница. Нажмите, ну, назовите главной страницей, например. И нажмите «Сохранить». Значит, что здесь еще есть? Вот здесь оптимизация для поисковой системы. Это важная такая вкладка. Здесь у меня еще не заполнено. Это мета-заголовок, мета-описание. Что это такое? Это для поисковых роботов. Чтобы ваш сайт, ну, роботы Google, Яндекса, Yahoo и так далее могли именно по данной странице ранжировать среди конкурирующих страниц. То есть метаописание, метазаголовок – это заголовок страницы сделаете, а метаописание, то есть короткое описание, о чем эта страница. То есть, когда вы ищете какую-то информацию в интернете, у вас всегда выскакивает метаописание вот здесь. То есть, например, берем какой-нибудь поисковик, допустим, наш. Ну, например, любое слово «недвижимость», вот, например. И вот смотрите, вот здесь слово, это название самой страницы,
То есть вот она, метазаголовок будет. Вот он, метазаголовок. А вот это как раз и есть метаописание. Оно так вот будет отображаться. И вот здесь пишите вот это метаописание. То есть с этим понятно. Поставьте плюсики, кому понятно. Для чего вот эти два элемента? Все, нормально. И обязательно делайте, нажатие на кнопочку «Сохранить изменения». Так, дальше раскладка. В разделе «Раскладка» здесь у вас тематические шаблоны страницы, получается. То есть, как будет вот первая страничка? Например, вот так, либо вот так. То есть, можете поэкспериментировать, то есть, как будет расположение тех или других элементов. Это просто шаблоны. На самом деле, все эти шаблоны можно полностью поудалять и заново все загрузить. То есть, они перемещаются как конструктор Лего. То есть, вот, либо там пазлы люди любят собирать. Вот то же самое и здесь получается. То есть, выберите любой, нажмите и, естественно, сохранить. По умолчанию как бы предлагается вот этот вариант для первой странички. В принципе, неплохой вариант. Дальше. Здесь кнопочка «Редактировать содержимое страницы». Нажимаем, и мы переходим автоматически на вторую кладку. То есть вот здесь, с левой стороны, на редактор. Либо можно было сразу нажать сюда. И здесь в редакторе... Так, сейчас чуть-чуть смещу. В редакторе содержимое самой страницы. Вверху это, ну, обычно менюшка делается. Здесь можно менюшку сделать и горизонтальную, и вертикальную. По умолчанию идет горизонтальная менюшка. То есть, где будут все странички ваши расположены. Чтобы эту менюшку редактировать, значит, смотрите, у всех блоков есть такие три кнопочки. Значит, кнопочка красненькая «Удалить». Кнопочка вот такая «Перетащить». То есть, прям вот этот блок мы можем там сместить куда хотим. Потом карандашик. Если наводим на карандашик, мы можем показать заголовок, допустим, скрыть заголовок. Заголовок – это вот название вашего сайта, когда вы придумывали, в самом начале входили. Если не хотите, то можете, допустим, показать, и будет показ. Дальше. Стиль. Нормальный и обратный. Это уже относительно самого шаблона. То есть, как вам понравится по цветовой гамме. Дальше. Следующий блок. Это я уже дополнительно сам встраивал. Потому что мне не устроило то, что дала система по умолчанию. Потому что обычно на сайте, когда смотришь, как бы с правой стороны контактные данные вставляете. Значит, как я этот блок сделал? Здесь взял три колоночки. Видите, с левой стороны у нас есть такие виджеты, раскладка, колонки. Так вот, беру вот так три колоночки, вот так тащу. Так, вот. Вот как только появится такая синяя полоска, она означает то место, где будут расположены три колонки. И отпускаю мышкой. Все. Раз, два, три колоночки. Вот, это не, вот эта часть сделана в виде трех колоночек. Теперь в эту колоночку я расположил вот такой это самое, логотип. Где я взял логотип? Значит, вот здесь иконка, так, галерея. Где-то был тот логотип. Вот, логотип. В самом начале я показывал, где логотип. Там просто надо кликнуть мышкой и загрузить картиночку. То есть берете слово «логотип» и переносите. Синяя полосочка появилась и отпускаете. Вот. Если логотип большой, можно его уменьшить. Опять-таки, везде стандартные вот эти три кнопочки. Нажимаете карандашик. Во-первых, выравнивание. Можно по левому, по центру, по правому краю. А можно изменить размер. То есть маленький. Да, я на запись поставил. Сейчас еще раз проверю. Запись идет. Да, идет запись. Значит, размер. Допустим, маленький.
Кликнули маленький, вот он стал меньше. Кликнули размер еще очень маленький, он стал еще маленький, изменился. Кликнули сюда выравнивание, допустим, по центру. Стало по центру. И получается, вот именно в этой колоночке мы изменяем содержимое. Теперь дальше. Колоночка посередине. Обычно посередине ставим какую-нибудь цитату. То есть я вот здесь написал такую цитату. Значит, как я это сделал? Берем виджет, который означает вот текст. Вот раздел с текстом, да? Вот так берем и перетаскиваем мышкой. И отпускаем. Здесь нам чего-то написали. Этот текст берем, выделили и удалили. Все. И здесь уже пишем свой текст, который хотим. Ну, допустим, просто привет. Привет. Это цитата. Написали текст. Дальше. Надо его отредактировать. Выравнивание. То есть по левому, по центру, по правому краю. Допустим, по центру. Сразу текст сместился. То есть это очень удобно, потому что нам не надо, допустим, вот в самом начале, как многие люди делают, по центру. Вот так пробел нажимают и двигают. Это неправильно. Этого делать не надо, это лишний код будет. Поэтому, допустим, по центру, нажали по центру сразу. Дальше, стиль. Здесь стиль текста. То есть, обычно это под шаблон, выключенный, это значит без шаблонного будет, потому что все содержимое завязано на шаблон выбранный. Там основной, то есть, изменили. Успех там. То есть можно выбрать то, что нас будет устраивать. Там предупреждение. Что, опасность. Не знаю, почему они так назвали. Ну, значит, для чего-то это надо. Так, теперь цитата. Так, цитата. Трина, список, ярлык. Так. Сейчас я вам скажу, где цитату я делал. Якорь. Вставить, редактировать. Вот. Вот эта кнопочка цитата. То есть выделяем текст и нажимаем вот эту кнопочку цитата. И у нас появляется такая вертикальная полосочка после этого. То есть вот так стало с полосочкой с левой стороны. То есть для поисковых роботов это что-то означает. Значит, выделение какое-то среди других сайтов. Теперь дальше. С правой стороны мы обычно делаем контакты. В данном случае у меня сделано вот так. То есть, как это я сделал? Берем этот же блок и заполняем. Нам надо фактически текст. Берем текстовый виджет. Перетаскиваем, вот полосочка появилась, и отпустили. Опять-таки, вот эти иностранные слова убрали, и пишем свои контакты. То есть, мои контакты. И пишите, допустим, номер телефона, плюс 7, там, 915. Там, в общем, набрали какой-то номер телефона. Потом набрали там Skype. И там почта. Теперь, как сделать так, чтобы эти кнопочки были, либо тексты были кликабельными? Вот как у меня. У меня фактически кликабельные. То есть, вот вернусь. То есть наводим, раз, и можно сразу позвонить. Так. И также на почту. Наводим, кликабельное, нажимаем. Ну, не знаю, почему здесь не работает. Может из-за браузера, может еще из-за чего-то. Значит, как я сделал вот это кликабельное? Вы выделяете вот так мышкой ваш текст. Выделили.
Если у вас уже набран номер телефона, вы его сразу скопируете. И вверху есть «Вставить, редактировать ссылочку». Нажимаете «Вставить, редактировать». Так. Сейчас я посмотрю, как там у меня было. Так, выделить. Вот. И пишите вот такую тег. То есть это уже как бы элементы HTML-разметки. То есть перед номером ставите слово tel, двоеточие, и дальше ваш номер телефона. То есть вот этот тег я вам прямо сейчас и сброшу. Вот, забейте себе, сохраните, и просто меняйте номер телефона. Дальше. Отображаемый текст. Ваш номер телефона, который вы скопировали. А вот здесь вводите как есть. Дальше. Открывать ссылку. В новом окне, либо нет. Конечно, открывать в новом окне, естественно. И нажимаете ОК. После этого ваша вот эта ссылочка на номер телефона станет кликабельной. Если вам нужна электронная почта кликабельная, выделяете. Так, почему не кликабельная? Сейчас разберемся. Так, и вставить ссылку. Адрес ссылку. Так, в окне. Так, что-то я не понял. Это что? Это якорь. Якорь нам не нужен. Вот как раз я ошибку нашел. Якорь убираю. Вставить ссылку. Вставляем электронную почту и в новом окне. Все, окей. Является корректным адресом электронной. Хотите добавить префикс mail to? Вот сразу система подсказывает. Mail to – это тег HTML-кода, который означает, что обращение к электронной почте идет. То есть уже подсказка вам есть. Окей, нажимаем. То есть нам надо с mail to. Давайте проверим. Так, что нам не это? Почему-то не показывает. Так. То есть, таким образом, вот этот блок с контактами мы заполнили. Так, с этим блоком понятно? Поставьте плюсики, кому понятно. Угу. Угу. Все, замечательно. Чтобы удалить этот блок, либо переместить, то есть вы хотите переместить, да? Берете за вот этот перетащить блок и прям целым блоком, допустим, вот наверх перетаскиваете. И получается, теперь вверху находится то, что мы делали, а чуть пониже сместилась вот эта менюшка, заглавие наше. Если надо удалить целый блок целиком, именно вот этот блок, где само содержание. Либо можно частями, допустим, частями. Цитату мы хотим удалить. Нажимаем удалить и окей. Все, пусто. Если целый блок удалить, значит целый блок. Нажимаем окей. Все, он уничтожен. Дальше. Как вот это я сделал? Ну да, может быть. Потому что я тут быстро показываю. Значит, как я вот это сделал, вот этот слайдер. Значит, берем текст, виджеты. Так, витрина. Ниже прокручиваем, навигация. Так, это просто изображение, это галерея изображений, а это слайд-шоу. То есть вот это, картинки меняются, это фактически слайд-шоу. Значит, я чуть повыше вот так поставлю. Беру вот так слайд-шоу, перетаскиваю, то есть куда мне надо. Если на всю ширину страницы, значит, чтобы синяя полоска на всю ширину была. Если надо на часть, там где-то в колонку, значит, будет вот так. Либо в эту колонку, значит, будет так. То есть и отпускаем. Все. У нас виджет встал. То есть он как бы делает смену картинок, но картинок еще нет. То есть он показывает в виде цветов. Чтобы заполнить этот раздел картинками, опять-таки возвращаемся к нашему карандашику, редактировать. И здесь нам предлагают три картинки разместить.
Значит, здесь предлагают ширину этих картинок и высоту картиночек. Здесь в пикселях. С правой стороны увеличить-уменьшить. Лучше, конечно, увеличить-уменьшить. Почему? Потому что если вы просто накидаете всяких картинок, они могут быть разного разрешения. То есть у них может быть высота одного количества пикселей, ширина другого количества пикселей. Поэтому лучше оставить по умолчанию. Увеличить, уменьшить. Либо можете обрезать, подогнать и только уменьшить. Это уже будет в ущерб каким-либо картиночкам. Теперь дальше. Мы выбираем картиночки. Ну, заранее, естественно, подготовьте на компьютере свои картиночки, которые хотите, чтобы они сменяли друг друга, и нажимаете вот эту кнопочку первую. Нажали. Значит, здесь уже у меня картинки загружены. А у вас, естественно, не загружены. Поэтому здесь написано «Загрузить изображение». Вроде на русском. И, естественно, сколько дискового пространства здесь у вас есть. Нажимаете «Загрузить». Открывается следующее окошко. И здесь нам система предлагает несколько вариантов. То есть «Drag file here» – это означает, вы можете просто открыть свой компьютер. Да, так, ну, допустим, где? Какую-нибудь картиночку. Вот. Вот эту картиночку. Вот так чуть сторонку отведу. Ну, допустим, вот так. Берем вот эту картиночку и отпускаем. И картиночка, она уже автоматом загрузилась. Где-то там внизу. Вот она загрузилась. Можно также несколько картиночек одновременно закинуть. Открыли. Допустим, эту картиночку выделил, эту картиночку, вот эту. И вот эту. Вот, 4 картиночки. Берем мышкой, перетаскиваем, и сразу 4 картинки. Так, чего он? Опс, do not. Что-то не то сделал. А, это видео просто захватил. Поэтому ругается. То есть, картинки в JPEG, в PNG формате. То есть, выделил вот 3 картиночки. Вот так перетаскиваю и отпускаю. И видно то, что автоматом было быстренько загружено. То есть, очень быстро. Вот раз, два, три. Теперь, так как мы в базу с картинками зашли, берем первую картинку, допустим, которую мы хотели. Раз, и она автоматом здесь встала. Нам надо вторую картиночку. Раз, кликаем сюда и выбираем другую картиночку. Вот. Все, загрузка изображений и третью картиночку. То есть все эти картинки, они разного разрешения я закинул. Если мало трех картиночек, здесь есть кнопочка «Добавить слайд». Нажимаете «Добавить», открывается следующее. Если надо удалить, нажимаете «Удалить». То есть с этим, думаю, ничего сложного нет. И нажимаете кнопочку «Применить». Все, вуаля, и у нас появился вот этот слайдер. И он уже автоматом меняет наши картинки. Естественно, после того, как вы что-то делаете, вверху есть кнопочка «Сохранить страницу». Когда вы что-то меняете, появляется такая звездочка. Если звездочка есть, значит, у вас есть несохраненные страницы. Вот, например, я сохраню страницу, звездочка исчезла. И написано «Страница успешно сохранена». Все на русском языке, как говорится, очень просто сделано. Вот, давайте проверим, появилась ли эта картинка. Я обновлю сайт, который сделанный. Вот эта картинка появилась. Сейчас загрузится. Так, сейчас я звук отключу. А то у меня автоматически что включалось звук. И вот этот слайдер мы как раз только что сделал. Вот, и автоматом все меняется. Так, и удаляем. Так, все, сохранить. Поставили, удалили, сохранили. Так, со слайдером все понятно? Поставьте плюсики.
Замечательно. Поехали дальше. Дальше. Вот здесь это как бы заголовок страницы, то есть название. Значит, название, оно будет у вас уже по умолчанию, если первая страница, это называется виджет витрина. То есть, если вы его удалили, вы можете здесь его найти. Сейчас посмотрим, где он у меня есть. Нижний колонтитул, так, так, так. Галерея, где-то он был. Форма, карта. Так, где-то он был. Вот, вот эта кнопочка витрина. То есть витрина, она... В общем, на ней делаете текст, который означает суть вашего сайта. То есть берете вот эту витрину и тащите. Обычно она такая большая, эта витрина идет. То есть по умолчанию она вот так выглядит. И здесь уже написано. Это просто простой компонент, который привлекает дополнительное внимание к контенту вашего сайта. Вот, я эту витрину просто видоизменил, ну вот так написал. То есть как она изменяется. Опять-таки берем наш карандашик. Можно изменить тут фоновое изображение, то есть выбрать изображение, которое будет за этим фоном. Ну, давайте что-нибудь для образца возьмем. Ну, допустим, вот такое изображение. И вот мы поставили под эту витрину такой фон. Ну, естественно, надо будет правильно какую-то картинку разместить, а не обо чего. Дальше можно это изображение растянуть, вместить, повторить, установить. Ну, допустим, повторить изображение. И получается, по размеру изображения все было повторено. Либо, допустим, берем вместить изображение, то есть в рамках границ данного виджета. Либо там фоновое растянуть изображение, то есть растянуто по умолчанию. Установить по центру, то есть, как видите, по центру стало. Дальше. Обрамление. Маленькое обрамление, обычное, допустим, маленькое. То есть сам виджет стал чуть-чуть поменьше. Если сменим обрамление там, на обычное, то есть он побольше стал. Значит, текст, естественно, редактируется точно так же, как и Microsoft Office. То есть берете, удаляете, там пишете, чего вы хотите и так далее. И вниз хотите все удалите и заново там что-то напишите. Если надо, там по центру, то есть точно так же, там нужно маркированный список. То есть вот эти все элементы, они работают в один, как в Word. Вот. С этим виджетом все понятно? Поставьте плюсики. Замечательно. Поехали дальше. Следующий элемент. С левой стороны видеоролик, с правой описание. Как я это сделал? Значит, фактически у нас получается две колонки вертикальные. Возвращаемся к нашим колонкам. То есть одна колонка у нас будет текст на всю ширину, две колонки это значит вот это. Так, вот так я сделаю. Берем вот эти две колонки и тащим вот сюда, например. Раз. Опять в эту колонку вставим видеоролик, а сюда текст, например. Либо два видеоролика, два текста. Либо мы можем эту же, например, одну из колонок еще разбить, например, на три колонки. И тогда перетаскиваем вот сюда, вот так. Получилось три колонки. Можем эти же колонки разбить, допустим, вот на шесть колонок, если надо зачем-то, я не знаю, кто-нибудь так додумается. Но это, естественно, некрасиво будет. То есть перегружать сайт информации не надо. Когда все пестрое, оно внимание рассеивает. И если надо, допустим, сделать левую и правую колонку, вот, допустим, как в блогах делают, тогда берете вот такую штуку. И получается, основной текст посередине идет, и справа, допустим, рекламный блок,
рекламная такая колоночка будет у вас, а слева, допустим, можно менюшку поставить. Так, либо, допустим, вот делают сайты еще вот такого варианта. То есть с левой стороны там менюшку делают, там какие-то рекламные элементы, а посередине основное содержание вашего текста. Вот, аналогично и этот виджет работает. Так вот, вернемся к тому блоку, который я сейчас сделал. Значит, здесь с текстом. Значит, для текста, конечно, желательно для текста использовать шапку. Шапка – это название. То есть берете шапку, кидаете и пишете название, то есть заголовок вашего текста. Допустим, мой заголовок. Вот так. Этот шапку также можно отредактировать по размеру, то есть она может быть и поменьше, и побольше. То есть фактически это будет аналог тегов H1 до H5. Для тех, кто знает HTML. Дальше. Этот же заголовок можно выровнять по центру, например. Вот. И можно также стиль изменить. Дальше. Теперь само тело текста. Берем виджет текст. То есть нам нужен текст, мы ищем слово «текст». Тут подсказки на все есть. Тащим сюда и отпускаем. Вуаля. Удаляем то, что нам по умолчанию идет. И здесь пишем тот текст, который мы хотим. Если нам надо где-то гиперссылочку сделать, то выделили текст, и вот у нас гиперссылочка. Если нам нужно смещение среди страницы, то у нас есть вот этот якорь. Так, это изображение, вот якоря. Списки нумерованные, также можно здесь, как в Microsoft Office, то же самое, как идет, один в один. То есть, если вы умеете пользоваться Microsoft Office, то вы здесь все то же самое сможете сделать. Теперь с видеороликами. Значит, по видеороликам идем на виджет, раздел «Медиа» и смотрим. Тут изображение, галерея изображений, иконка, слайд-шоу, вот YouTube и Vimeo. Про якоря я на следующей странице расскажу более подробно. У меня там якоря есть. Значит, YouTube. Если вы не хотите заморачиваться, как это сделал я, например, когда страница включает, когда любой пользователь заходит и автоматом включается видеоролик. То есть вот так, например, обновлю. Так, что не работает. То есть когда я обновляю страницу, либо любой пользователь заходит, автоматически включается видеоролик. Я слышу свой. Вот это я сделал немножко не так, как я сейчас буду вам показывать, как нам предлагает система, конструктор наш. То есть для любого пользователя, то есть берем вот этот YouTube ролик, вставляем и нажимаем также «Редактировать». Что нам система предлагает? Ввести адрес вашего ролика. Идем там. Берем какой-нибудь этот ролик, где он там. То есть берем вот этот URL, вот так, скопировали, выделили, скопировали, перешли сюда и вставили. И нажимали «Применить». Все, ролик уже готов. И нажимаете «Сохранить страницу». Если же вы хотите сделать, как я, чтобы ролик автоматически загружался, тогда делаем небольшую хитрость. Берем наш любимый виджет «Текст», перетаскиваем сюда, удаляем отсюда весь текст, который нам не нужен. Дальше. Здесь есть вверху в редакторе слово «Вставить». Написано «Вставить видео», «Вставить изображение», «Вставить ссылку», «Специальные символы», «Якорь», «Горизонтальная линия». Можно дату, время. В данном случае «Вставить видео».
Нажимаем «Вставить видео». Значит, что нам система предлагает? Источник. Альтернативный источник изображения, размер. Это можно как бы вручную настроить. А можно вставить код вставки. То есть ваш код вставки. Где у нас есть код вставки? Значит, возвращаемся под видеоролик на YouTube. И здесь есть... Так, где? Поделиться, по-моему. HTML-код. Вот он, HTML-код. Здесь вот этот HTML-код надо просто скопировать. Можете сразу размер тут изменить. Допустим, вот по умолчанию 420. Берете вот этот HTML-код, выделили, скопировали, перешли сюда и вставили. Вот так. И нажали ОК. Так, сейчас я сохраню страницу. И попробую обновить, что у нас получится. То есть ролик у нас уже встал. То есть таким способом вот этот ролик мы загрузили, как мы обычно делаем на любом конструкторе сайта. Через вот этот HTML-код. То есть под самим роликом. Под любым роликом на YouTube есть вот такой HTML-код. Вот с этим элементом понятно? Надеюсь. Поставьте плюсики, кому понятно. Замечательно. Дальше. Фишка, как же сделать автоматически, чтобы включалось. Вот смотрите, я вам сразу говорю, где смотреть. Потому что как в высшем образовании учат. Не надо знать много, надо знать, где это посмотреть. Так, значит, под видеороликом, там, где вы берете вот этот HTML-код, чуть-чуть ниже есть вот такие вопросики. То есть нажимаете на этот вопросик, открывается страница «Как вставить видео в плейлисты». Здесь чуть-чуть ниже пролистываем. Нам нужно, допустим, автоматически, чтобы включалось видео. Ищем слово «автоматическое воспроизведение встроенного видео». Нашли. Нажимаете вот этот плюсик. И у нас раскрылось. Значит, если вы посмотрите тот код, как он выглядит, то вам фактически надо вставить вот эту штучку. То есть ваш видеоролик это вот это. Он заканчивается. И вставляете вот это end autoplay равно 1. До вот этих кавычек. Все. То есть вам достаточно вот эту штучку вставить. Если вы хотите что-то сделать другое, то тут все написано. То есть ставить с какого-то определенного момента, чтобы автоматически включалось видео. Там добавление титров во встроенное видео. Здесь у Google все расписано. То есть автоплей это вот эта штучка. Сейчас я перейду и покажу вам на своем примере. То есть вот мой видеоролик. Я на него кликаю, нажимаю «Вставить», «Вставить видео», код вставки. И вот здесь написано, то есть вот этот код «Автоплей» равен 1. Но здесь у меня еще написано «End amp», вот это «Real 0». Вот этот код, это из той же серии, из этой же справочки найдете. Вот этот «Real» равен 0, это означает, ролик прокрутится, и после того, как он закончится, не будут отображаться другие какие-то ролики. Зачем вам людей куда-то перетаскивать, если вам нужно только свою информацию дать? Вот для вот этого используется вот этот real равен нулю. А автоплей, это, конечно, для автозапуска. Вот с этими элементами понятно? Поставьте плюсики. Вот как раз перед кавычками надо эти элементы вставить. Угу. Замечательно. Кому-то понятно с половинкой. Хорошо. То есть это если хотите, вот скажем, вот так выеживаться, чтобы автоматически включался ролик. Если не надо, просто тупо берете, конечно,
вот этот виджет YouTube, либо у вас, если Vimeo есть, то есть вот так, где там, например, вот сюда воткну, виджет Vimeo, да. Если хотите на Vimeo загрузить, точно так же берете виджет Vimeo, нажимаете на карандашик и вставляете URL видеоролика, который находится на Vimeo хостинге. И нажимаете «Применить». Будет аналогичным образом работать, точно так же, как на YouTube. Так, это я тоже удаляю. Так. Следующий элемент. Следующий блок, он сделан в виде трех колоночек. Три колоночки сначала берем. Вот этот блок. Перетаскиваем. И дальше заполняем. Значит, в левой стороне я сделал слайдер. Делаем точно так же слайдер, как мы делали раньше. Ищем виджет, где у нас слайдер. Вот слайд-шоу. Берем. Перетаскиваем вот сюда. И нажимаем на карандашик. И точно так же, как в самом начале я вам рассказывал, делать слайд-шоу. То есть кликаем, загружаем изображение, если не загружено. Кликаем там на изображение. Вот сейчас я их там накликаю каких-нибудь. Ну, давай, включайся. То есть высоту, ширину, допустим, ширина будет, вот, допустим, 60 пикселей, высота 240. Применить. Вуаля, и там чего-то получилось. Посередине текст. Текст точно так же берем. Возвращаемся к нашему виджету со словом текст. Вот, берем текст. И вставляем, и набираем здесь текст. С этим тоже проблем нет. Теперь новый элемент. Новый элемент – это фан-страница Фейсбука. Значит, давайте фан-страницу с Фейсбука. Ищем виджет с нашим Фейсбуком. Вот он. Вот этот виджет. Так, или комментарий с Фейсбука, или которому это нравится. Так, по-моему, комментарий я брал. Берем этот виджет с комментариями, тащим туда, куда нам надо. Ну, включайся. Где он там? Хорошо, тебя. Так. Вот. То есть вот здесь виджет Фейсбука. Чтобы он был наполненный, нажимаем «Редактировать». Здесь пишем ваш ID для Facebook опционально. То есть, где ваш ID брать? Идем на вашу страницу Facebook. Так, Facebook. Значит, здесь у меня жена. Хорошо. Вот жена. Значит, ваша страница. Вот она. То есть, ваш вот этот URL. Выделили, скопировали. И вот здесь вставили. Все. Нажимаете «Применить». Кроме того, здесь можно сделать цветовую гамму. Светлая, темная. А также количество постов. То есть сколько будет постов показано. То есть сколько... Ну, пост – это сообщение. То есть будет, там, ну, к примеру, 6 сообщений. И нажимаете «Изменить». Так. Ничего получилось. Так, а ну-ка, это я посмотрю. Людям, которым это нравится. А, я не тот виджет немножко вам рассказывал. Значит, это виджет комментарий из Фейсбука. Это другой виджет. Еще не разобрался, зачем он нужен. А, комментарии. То есть, люди, которые заходят на вашу страницу, если они на Фейсбуке зарегистрированы, значит, они могут разместить комментарии. Комментарии я на странице разместил вот он, вот так. Просто здесь уже он есть, комментарий. Будет выглядеть таким образом. А вот эта вот этот блок, это как раз людям, которым это нравится.
Значит, как это сделано? Сейчас я вот это удалю. Берем людям, которым это нравится. Виджет. Перетаскиваем. Ну, вот. Вставляем. Нажимаем редактировать. И здесь написано, введите URL, адрес с Facebook, роль, бутон там и так далее. Допустим, мы идем, ищем нашу страницу Access. Блин, это не тот. Допустим, нашу страницу Access, да? Вот она. Допустим, вот наша страница компании Access. И нам надо вот этот URL. Берете вот этот URL, выделяете, копируете. Вот этот вопрос RF, это не обязательно, это вообще не нужно. Переходим сюда. И вот здесь, где написано «Ввести», вставляем. То есть мы как раз выставляем нашу фан-страницу в Фейсбуке. Дальше. Здесь сказано «Показывать аватары». Аватары, что это такое? Это кто размещает информацию, аватары. Показывать посты. Посты – это сообщения. Показывать заголовок. Заголовок – сообщения. Показывать границы. То есть, ну, ограничения ваших сообщений. Дальше. Цветовая схема. Светлая, темная. Какую хотите. Высота. Значит, по высоте. Высоту этого блока делайте так, чтобы он гармонично смотрелся с другими вашими соседними блоками. Потому что обычно эти фан-странички делают где-то с правой стороны в виде вертикальной полосочки, где кто-то делает и побольше, кто-то поменьше. То есть подбирайте индивидуально, по, ну, чтобы гармонично было. И нажимаете «Применить изменения». Так, мы это сделали. Теперь нажимаю «Сохранить страницу». Так, и что у нас получилось? Сейчас посмотрим. И вот у нас получился вот такой виджет. И что? Зачем это надо? То есть вот эти виджеты из Фейсбука, они делают сайт живым. То есть любой пользователь заходит на вашу страницу, он смотрит, новости у вас обновляются, не обновляются. Фактически компания вот 20 часов назад что-то там разместила. Вот новое сообщение, там картинка, что-то не отмечали у нас. Надеюсь, все посмотрели нашу страницу-то на Фейсбуке. 2 часа назад последняя новость была. И получается, компания, вот, допустим, то, что я разместил, наша Access, размещает какие-то новости, и эти новости автоматически... Да, Лена всегда видит, я тоже вижу частенько. Эти новости автоматически здесь дублируются. Точно так же, как они размещаются вот здесь. Вот, компания разместила 20 часов назад, и это же новость. Вот, что-то они там отмечают, какой-то праздник. Миннеаполис, офис, брейк. Рекламные баннеры. Замечательный вопрос по рекламным баннерам. Значит, рекламные баннеры размещаем следующим образом. Также возвращаемся к нашему блоку, который уже все знают, текст. Берем текст, вставляем туда, куда нам надо. То есть, допустим, посередине. Удаляем отсюда все, что нам не нужно, и вставляем баннер. Значит, баннер это подразумевает картинку и ссылку. Картинка должна быть кликабельной. Значит, вставить изображение. Нажимаем вставить изображение. Источник. Откуда его? То есть надо загрузить на хостинг ваше изображение. И можете описание и размер указать. Значит, как я это делал? Я на следующей странице это делал. Значит, сначала вы загружаете картиночку. Так, берем, просто идем на картинки. Тут тоже есть небольшая хитрость, которую пришлось немножко поковыряться. Берем сначала изображение. Вставляем и кликаем на это изображение. Значит, сюда
Нажимаете «Загрузить изображение», выбираете картинку вашего баннера. Кликаем. И точно так же, если на компьютере, значит, просто переносите. Либо можете выбрать компьютер и вы нажимаете вот этот «Choose file», то есть стандартным образом загружаете на компьютер. Сейчас откроется такой этот проводник откроется и выбираете, где у вас компьютер. На компьютере ваша картинка. Ну, что-нибудь из баннеров. Не знаю. Где-то у меня баннеры были. Ну, хрен с ним. Вот этот будет. Пусть будет картинка. То есть. Так. Чуть пониже. Где у нас эта картиночка? Вот. Допустим, это будет у нас баннер. Вот, но так мы сделать кликабельным его не сделаем. Значит, еще раз вернемся туда, где он у нас загруженный. И возьмем его URL-адрес. Значит, вот он. Нажимаем вот «Показать изображение». Так. Открылась эта картинка. Теперь правой клавишей, по-моему. Да, правой клавишей и... копировать ссылку на изображение. Вот так нажимаем копировать и возвращаемся назад. Так, я вылетел отсюда. Так, 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 где у нас тут? Вот здесь мы планировали этот баннер. Не видно у Евгения. А у кого еще не видно? Выбило? А, тогда давайте нажму стоп и еще раз старт. Вот сейчас я включил заново пока с экрана. Сейчас пошло, да? Угу, замечательно. Значит, баннер мы хотели здесь разместить. Угу. Замечательно. Ссылку на изображение я уже скопировал. Переходим, делаем вот этот текстовый блок. Удаляем отсюда все, что нам не нужно. И здесь нам надо вставить изображение. Нажимаем «Вставить». Источник. И вот как раз источник. То, что мы скопировали. Там неважно, что мы скопировали. Эта ссылка ведет... на нашу картинку. Здесь можно сделать описание изображения, но у нас будет баннер, поэтому описание не столь важно. И нажимаем ОК. Можно подкорректировать под наши размеры. Ну, допустим, вот так. То есть картинку мы вставили. Она уже у нас на хостинге находится. Либо вы можете URL-адрес этой картинки, ну, откуда-то с другого хостинга взять. То есть там, где он находится. Теперь дальше. Чтобы этот баннер был кликабельный, опять на него кликнули, и опять-таки нажимаем «Вставить» и «Вставить ссылочку». Нажимаем «Вставить ссылочку» и пишем здесь тот адрес после клика на данную картинку, куда должен человек перейти. Здесь выбираем «Открывать ссылку». Как? В новом окне, либо в этом же окне. Ну, допустим, в новом окне. Ну, например, какую-нибудь ссылочку. Допустим, вот это. Вот так я скопирую. И вставлю сюда. И нажимаем «ОК». Все. И сохранить. То есть, фактически, я сделал сейчас баннер, и он стал кликабельным. Давайте проверим. Обновить страницу. Вот наш баннер. Кликая на этот баннер, мы переходим на нашу страницу вот этого Фейсбука. Вот, с баннером понятно?
Поставьте плюсики, кому понятно с баннером. Вопрос. Какой вопрос? Просто с баннером у нас есть... приходится вот так исхитриться, взять именно адрес нашей картинки, чтобы картинка была видна. Вот, повторю еще раз, как я это сделал, именно с адресом картинки. Значит, идем на виджеты, выбираем раздел изображения, куда-нибудь кликнули, это временно, потом мы его удаляем. Кликаем на это изображение, открывается наша база картиночек, загружаем картиночку, если нет, выбираем нужную нам картиночку. Вот, допустим, вот эта нижняя картиночка. И нажимаем вот это «Показать изображение». Здесь можно вот так же удалить и выбрать изображение. Выбирать мы не будем. Мы нажимаем «Показать изображение». Картиночка открылась. Теперь правой клавишей нажимаем и нажимаем «Копировать ссылку на изображение». То есть вот эта ссылочка на изображение, вот, «Копировать». Я открою, допустим, вот новую вкладку чистую, нажимаю «Вставить» и «Перейти». Вот так должна, она должна быть рабочей, вот таким способом. То есть где-то там, на нашем хостинге, находится вот эта картинка, которую загрузили. Вот, с этим понятно, как я взял вот этот URL? Поставьте плюсики, кому понятно. Угу. Все, отлично. И возвращаемся назад, закрыть. Вот я таким способом картинку с гиперссылкой сделал. То есть в ручном режиме. А тут по-другому как-то не посмотрел, не получается картинка. То есть вот, вот таким образом картинка с гиперссылкой получилась. Запись, да, я на запись поставил. Картинку баннера ставить? Ну попробуйте, может получится. Так. Вставить код баннера можно. Ну, давайте попробуем. Зайдем в кабинет. У нас там баннеры есть. Сейчас попробую какой-нибудь баннер воткнуть. Может, заработает. Заодно посмотрим. Друзья, кто давно не входил в кабинет, желаю, можете увидеть, вот такие штучки появились на днях. Так, баннеры у нас находятся в разделе «Поддержка». Так, промо-баннеры. Нажимаем. Так, ну какой-нибудь. Ну, допустим, вот такой. Значит, здесь у нас, смотрите, у баннера есть href. Это значит реферальная ссылка и ссылка на саму картинку. Сама картинка – это вот эта картинка. То есть нам все равно… Хотя давайте в общем сложности попробуем, как HTML-код воткнуть. Выделяем, копируем. Да, значит, как HTML-код нам воткнуть? Опять-таки возвращаемся к нашему блоку, который уже знаете, это текст. Вставляем, допустим, ну, допустим, вот сюда, там широкий блок. Удаляем отсюда все содержимое. И у нас есть раздел «Инструменты» и «Исходный код». Вот. И вставляем наш код, который нам предлагает компания. Окей. Давайте посмотрим. И сохранить. Так, что у нас получилось? Обновляем. Так. То есть получается такой баннер. Кликая на этот баннер. Слушайте, ребят, работает. Просто HTML-код и все. Все работает. То есть если уже готов HTML-код, то все работает нормально.
даже еще проще. Но первый вариант я показывал, если вам нужно свой какой-то баннер сделать. В данном случае я показал уже готовый. То есть все супер. Это в принципе функционально, очень хорошо. Так, давайте, так, этот блок я удаляю, так что он мне не нужен. Следующий переходим раздел. Значит, здесь я пытался сделать кнопки плюса, но почему-то спустя некоторое время там все сворачивается, не сохраняется. Может, это временно. Да, да, в бэк-офисах уже реферальная ссылка у всех готова. Просто надо брать вот так. Вот, вот ваша реферальная ссылочка. Вот, в данном случае у меня у жены, вот, то есть churakova.marketing.access. У кого-то просто номера. То есть уже все готово. Просто выбрали нужный вам баннер. Тут их у нас достаточное количество, я считаю. То есть уже все за нас сделали. Вот красивый баннер тоже. Пожалуйста, размещайте сколько хотите этих баннеров. Так, возвращаемся в наш редактор. Значит. А вот этот блок, это с левой стороны блок Discus, а это блок Facebook. А на странице он выглядит вот так, на готовой уже. То есть вот этот блок Facebook, то есть любой человек может оставить комментарий, а это блок Discus. Через Discus можно... Ну, конечно, со своего бэк-офиса. Ну, выберите из другого бэк-офиса, чтобы к другому человеку входили. Конечно. Конечно, со своего бэк-офиса. Значит, блок Discus. Discus вам позволяет подключить разные эти профили. Так. Как тут я делал-то? Сейчас помню. Значит, да, надо зарегистрироваться на Discus, то есть сайт discus.com. Знаете, вот эту ссылочку пригодится. На самом Discus оформляете там свою фотографию, то есть как в любой социальной сети. Вводите здесь адрес своего веб-сайта. Там можете город написать коротко о себе, точно так же, как в любой социальной сети. Дальше. Аватар. Можете аватар загрузить с компьютера, там, использовать с Facebook, там, с WordPress граватар использовать. То есть откуда угодно. И нажимаете сохранить. Дальше. Сервисы. Сервисы, которые подключены, это Facebook, Twitter, Google. Дальше. Дальше. Где-то. Сейчас я вам скажу. Угу. Вот, имя пользователя. Вот придумайте себе имя пользователя. Вот это имя пользователя надо будет вам скопировать и вставить вот виджет под названием Discus. То есть вот так копируем. Где этот Discus берем? Так, сейчас вот это так сделаем. Листаем вниз. Вот он, комментарий, Discus. Вот так берем и, допустим, вот сюда тащим. Значит, нажимаем «Редактировать». И вот здесь, пожалуйста, укажите имя для Discus. Вот этот Access сайт удаляем и вставляем именно свой Discus аккаунт. И нажимаем «Сохранить изменения». Так, я сейчас... открою в другом браузере страницу эту же, чтобы было более понятно, что это за Discus. Так. Посмотрю веб-сайт. Так. Ну, давайте вот этот браузер. Я вношу свой вклад в жизнь других людей. А я покрасила дом Мэри Кей компания.
браузер перейду. Так, что это такое? Я вношу свой вклад в жизнь других людей. А я пока... Так, значит, если у вас этот Facebook уже установлен, значит, автоматически человек, который залогинен был уже в браузере, он отображается. Но Discus, он популярен, по-моему, у иностранцев. Ну и в России он тоже набирает популярность. Здесь можно написать комментарий на этом дискуссе. И нам система предлагает, если человек зарегистрировал в дискуссе, значит, он из дискусса. В дискуссе будет, из дискусса будет ссылочка на данный сайт. Можно из Фейсбука, из Твиттера и из Гугла. То есть, ну, взаимодействие уже с социальными сетями идет. Ну, допустим, привет напишу. И напишу, допустим, Google. И автоматически система диску запрашивает следующее разрешение. Принять. Окей. Ох, ёлки-палки. Чё-то вылезло-то. Регистр. А, он мне предлагает на дискусе зарегистрироваться. Пароль принять. Но я это делать не буду. В общем, вот этот дискус, он эффективно раскручивает фактически сайт. То есть, как дополнительная возможность для получения трафика. Поэтому очень удобно. Я пытался соединить комментарии ВКонтакте, но чего-то недопонял. Надо будет поковыряться там самими скриптами. Но из тех возможностей, которые нам предоставляет компания, в принципе, как бы Facebook, он очень-очень эффективный. Потому что там и аудитория не школьники, не тусовщики обычно, как бы более взрослая аудитория. Поэтому Facebook нормально. Так, значит, с комментариями с этим понятно? Опять-таки, влево-вправо, как мы делаем? Напомню, берем наши колоночки, две колоночки, точно так же размещаем. Где там? Смещаем две колоночки. И сюда виджет. Экран отключился. Значит, нажму стоп. Ага. Сейчас включу. Угу. Заработало пока с экрана? Вот, замечательно. Значит, с виджетами все понятно. Поставьте плюсик. Ой, вот с этими, с комментариями. Угу. Так, и следующее. Самый низ, то есть наш подвал. Значит, виджет с подвалом мы размещаем на каждом нашем, на каждой нашей страничке. То есть... Что там? Ну и зачем... Так, ладно, потом разберемся с этими сообщениями. Не будем отвлекаться. Значит, нижний колонн титул, вот эти здесь страницы, они автоматически здесь выстраиваются. Значит, вот это вы можете поменять, изменить на свой какой-то текст, точно так же редактируя. Тут можно и ссылочки сделать, можно и код вставить, и таблицу, и свойства таблицы изменять, и ячейки там, что угодно. Также вставить и видео, и изображения, и ссылочки. И из... В общем, то же самое, что и везде. То есть, как в текстовом виджете. Дальше. Раздел «Контакты». Точно так же, как и этот работает. Вообще, нам система по умолчанию даже предлагает, куда разместить наши контакты. Поэтому додумываться здесь уже не надо. За нас уже все сделали. Нам осталось только воспользоваться, куда это закинуть. Так, значит, вот нижняя часть, берем виджет. По умолчанию он вообще есть на страницах. Так, форма, карта, так. Сейчас скажу, как он выглядит. Вот он, нижний колонн титул называется. То есть, если я вставлю,
он уже дублируется. То есть, видите, он автоматом. Сделая один раз вот этот нижний колонн-титул, он и в дальнейшем, размещая на любых наших страницах, автоматически идет заполнение. То есть второй раз уже не надо заполнять. Мы уже сразу автоматом все получили. Так, с этим разобрались, с этой странички. Вопросы по первой страничке есть еще у кого? Как снять сайт с ротатора и вернуть кредиты на баланс? Нажать кнопочку «Удалить рекламу». У вас все вернется. Заходите там, где размещали свою рекламу, нажимаете на этом виджете, где реклама висит, «Удалить». И все, у вас все возвращается. Все на баланс. Хорошо, у нас тема не как разместить рекламу, у нас тема как сделать сайт. Следующую страницу я сделал, продукция. Вот здесь, конечно, да, уверен. А здесь я немножко сделал не так, как нам система предлагала. Здесь довольно-таки сложный элемент у меня получился. Значит, вверху, ну, картинка. Здесь, в принципе, картинка, тут и так понятно, картинка. Берем, где у нас картинка. Это какой шаг? Это раздел «Витрина». То есть, виджет «Витрину». Где там «Витрина», «Форма», «Форма», «Карта». Так, вверху, значит. Вот она, кнопочка «Витрина», то есть, ну, где? Так, вот кнопочку «Витрина», я удалил весь текст, он мне не нужен, и просто вставил фоновое изображение. То есть, вот я загрузил это изображение, вот видите, то же самое получилось. То есть фоновое изображение. Все, больше ничего там нет на этой витрине. Дальше. Здесь менюшка. Тут она автоматически заполняется, менюшка, на каждой странице. И следующий блок. Значит, я его сделал следующим образом. То есть выбрал виджет «Основной текст посередине», и правая колоночка, она сейчас пустая. То есть выбрал вот эту штучку с правой боковой панелью. Поэтому сейчас на той странице, где продукция, все смещено в правую сторону. Вернее, в левую сторону смещено, а в правой стороне чуть-чуть не хватает. Как бы колонки. В этой колонке в перспективе размещу там какую-нибудь рекламу для монетизации, и надо будет разместить кнопочки для возврата. Почему кнопочки для возврата? Потому что, вот допустим, кликая на картинку, мы автоматом переходим к каталогу. И там вот это все листается на этом каталоге. Мне надо еще сделать возврат. Для этого как раз с правой стороны я еще размещу кнопочку. Нажимая на эту кнопочку, мы возвращаемся, допустим, в самый верх. И также вот эти ссылочки, они кликабельны. То есть это довольно-таки сложный элемент, который я фактически вручную лепил. А давайте я попытаюсь это все рассказать. Значит, по картинкам. Так, с чего я это все сделал? За основу было взято... таблица. Значит, в начале ставим такой блок. Ну, я поставил вот такой блок. То есть с правой стороны содержимое, а с левой стороны содержимое, а справа будет
пустое место. Можете выбрать, допустим, не так, а полностью, чтобы было. Ну, так, так, так. Где-то. Вот так. То есть, чтобы на всю ширину. Дальше. Настройки блока. Тут можно выравнивание. Ну, здесь по умолчанию все и так хорошо сделано. Можно не дергаться с настройками самого блока. А, значит, само содержимое в данном случае будет на всю ширину. Теперь вставляем сюда таблицу. Каким образом делаем таблицу? Берем опять-таки, ну, в начале заголовок, шапку. И выделяем, удаляем шапка таблицы, например. Делаем, к примеру, там по центру. Вот, но это легкое. А таблицу саму берем наш текстовый виджет, вставляем чуть пониже. Вот, содержимое текста удаляем и вставляем табличку. Так, значит, выравнивание сразу лучше делайте по центру. Вот, курсор стал по центру. И теперь вставляем табличку. Таблица, ставить таблицу. И здесь выбираете уже колоночки. То есть, конечно, желательно заранее просчитать, сколько вам нужно строчек и колонок. Поэтому я сначала просчитал, а потом уже делал. Потому что я попытался делать по отдельности, но у меня почему-то не получилось сразу. Пошел в редактор и в HTML-коде там все поменял. Ну, допустим, сделаем вот так. Колонку 4 на 4 табличку. Вот, 1, 2, 3 и 4. Теперь дальше. Я сделал фактически 1, 2, 3, 4, 5 и еще 5. То есть первые две строчки в этой таблице заняты под меню такое. На нем разместил картиночки и названия. И все эти картиночки и названия, они кликабельные. И при переходе мы попадаем как раз на содержимое. Это сделано через якорь. Так. Допустим, мы разместим картиночку, вставить изображение, источник. Ну, для источника, например, пойдем в наш кабинет и возьмем источник, ну, допустим, нашего кабинета. Так, баннер JPEG. То есть здесь, конечно, желательно вам уже знать HTML-код, потому что это сложный элемент, я вам сразу говорю. Берем адрес баннера, описание, баннер и размер, ширина, высота. Это все можно подредактировать. Окей. То есть фактически, сейчас я лишнее позакрываю. Фактически я взял адрес картинки вот этого баннера. Сейчас я его уменьшу. Помещался на страницу. Вот. Все, я его уменьшил. Теперь надо сделать его кликабельным. И куда он будет переходить? Допустим, это будет слово «привет». И где-то там в глубине будет. Вот там. Теперь выделяю вот это слово «привет» и делаю на него якорь. Пишу имя якоря, да? Якорь, например, «привет». Но это чисто условное название, можете как угодно написать. Можете вообще там якорь не писать. То есть я, допустим, вот так. То есть это не столь важно. Вы назовете, это для вас удобно. То есть у нас якорь вот так появился, вот, написание куда-то улетело. Так, еще раз сделаем. Якорь
Опять выделю. Окей. Вот такой значок со значком якоря. И рядом слово «привет», например. Теперь, смотрите, нам нужно сделать так, чтобы картиночка была кликабельной. Кликнем на нашу картиночку и вставить ссылку. Нажимаем ссылку, адрес ссылки якоря. У нас есть якорь, он уже готов, якорь «привет», допустим. И вот так он уже появился. Открывать ссылку где? В этой странице, либо в новом окне. В этой же странице. Окей. Все, и нажимаем «Сохранить». Что у нас получилось? Я сейчас обновлю страницу. То есть вот она шапка, то, что мы делали. Вот он, кликабельный этот баннер, и вот это слово «якорь привет». То есть кликая сюда, мы автоматом перешли. То есть вот это, где якорь, он становится сразу под верхнюю, ну, верхнюю часть браузера автоматически. То есть так работает якорь. То есть это ссылка внутри страницы. То есть мы сместились с этой страницы на вот эту страницу, на вот эту ссылочку просто. То есть с якорем понятно? Потому что здесь реально много элементов было использовано. Кому? Или никому не понятно, как сделан якорь? Трудно. Но это просто реально сложный элемент. Поэтому может сложно быть. Дальше. Попробовать. Ну, давайте еще какой-нибудь якорь сделаем. Где-нибудь. Ну, какую-нибудь еще нашу картиночку возьмем из тех же баннеров. Допустим, вот горизонтальный баннер. И в этом коде возьмем ссылку на картинку. Значит, ссылка на... Вот она. HTTP, static access, баннер, JPEG заканчивается. То есть то, что между кавычками находится. Копируем. И здесь... Где-нибудь. Вот. В этом квадратике, вставим картинку. Вставить изображение и вставляем сюда картинку и описание. Это наш баннер. И разрешение как угодно можно. То есть вот такой баннер стал. Теперь сделаем этот баннер, чтобы был у нас как якорь. Рядышком с этим баннером кликаем, чтобы у нас было мышка там, курсор висел. И нажимаем слово «якорь». Нажали. И напишем, допустим, это наш баннер. Например, так. Нажимаем «ОК». У нас тут появился значок якоря. То есть, кликая на эту ссылочку, например, мы перескакиваем. У нас страница прокрутится вниз и остановится вверху, в общем, вот это на изображение. Теперь. Чтобы это реализовать, опять вернемся сюда, нажмем «Вставить ссылку» и уберем якорь. Другой, допустим, у нас появилось название новое, это наш баннер. Давайте вот так сделаем. И нажмем «ОК». Либо давайте, чтобы в новой странице открывалось. То есть «Вставить ссылочку». Если в новой странице, тогда вот здесь ставим «В новом окне». И «ОК». Все, и нажмем «Сохранить». Значит, сейчас обновляем страницу. Вот, то есть кликая на вот эту верхнюю картиночку, у нас должна открыться новая страница в браузере, и в верхней части будет вот эта картинка. То есть давайте попробуем. Кликаем сюда, открывается новый сайт, новая страница. И в самом верху будет вот этот баннер. То есть вот так работает якорь. Вот точно так же я сделал, только внутри, чтобы не открывались новые страницы, кликая на вот этого,
у меня переходит аж вот сюда, вот. То есть внутри вот этот целый элемент является якорем. Соответственно, кликая на любые другие картиночки, это там далеко-далеко вниз уходит. То есть там сколько-то, 10 каталогов, то есть самый нижний аж вот здесь. То есть станет вот так. То есть как это выглядит. Вот берем самый нижний каталог. Вот он, самый нижний. Он сам из страницы, вот обратите внимание, ползунок у нас, ползунок находится вот здесь вверху, а сейчас он переместится в самый низ. Кликну сюда, ползунок сместился вниз, и здесь, видите, что у нас получилось. То есть здесь был поставлен якорь. То есть точно так же, как я сейчас показал. Разобрались с якорями? Поставьте плюсики, кому понятно, минус, кому непонятно. Угу. Запись делаю, да. Должно получиться. Экрана опять нет. Ну, давай-ка нажмем старт. Сейчас должен появиться экран. Угу. Так. Угу. Давно нет. А сейчас есть-то экран? Вы... Если нету экрана, то говорите, то пишите. Все, замечательно, есть. Так, поехали дальше. У нас сегодня 20 человек. Ну, кто не успел, тот опоздал, как говорится. Поехали дальше. Дальше. Значит, все, ну, вот, допустим, разберем вот этот элемент, любой, вот, допустим, вот этот нижний, то, что я сейчас показывал. Я на него кликну и посмотрим, как страница, ну, якорь этот был сделан. То есть ставить ссылочку. Значит, адрес ссылки вот такой. Якоря. Так, почему нет, непонятно. Да, брошюра уже готова была. Я просто сделал сайт в сайте. Есть с помощью HTML-кода можно сделать одну страницу в другой странице. Ну, например, я вам сейчас просто покажу. Я просто, у меня есть экспериментальный такой сайт. Мега. Сейчас я вам покажу просто образец, там просто попроще это все. Значит, это мой платформа для экспериментов, скажем. Так, так, так. Вот эта кнопочка. Грузится. Включу. Значит, то есть, видите, сделал сайт в сайте. Это все нашими инструментами. Ничего сверхъестественного. Эта страница сделана на VWebs, на старом нашем конструкторе VWebs, который работает уже сколько там лет? 8, наверное. Говорят, у нас инструментов нет, у нас ни хрена нет. Ну, видите, есть. Значит, и я сюда встраивал, тут такую страничку делал, то есть, собственно, поисковая система. И здесь получилось как страница в странице. Здесь можно там залогиниться, там разные, типа, посмотреть. Значит, и также делать поиск. То есть этот поисковик, он тут же работает. Допустим, вот так. Привет, вот я нажимаю. Все. И наш поисковик, он внутри работает. Вот понимаете? То есть сайт в сайте, это можно делать. Это делается элементами HTML. Есть такое, как он, фрейм, так называемый элемент HTML. Я его где-то подсмотрел. Сейчас я вам покажу, как он здесь выглядит. Значит, значит, значит. А, вот она, брошюра.
Вот так я на нее кликну. И здесь мне надо, конечно, брать уже исходный код. Да, хорошо. Значит, исходный код. Значит, вот это я фактически писал там сам, но, естественно, тут, как говорится, черт голову сломит. Сломает. Значит, сейчас я вам скажу, где это. Фактически, это каждая клеточка, она прописана. Я сразу говорю, это сложные элементы. И так, вот он. Скроллинг. MyFrameBuffer. Так. По-моему, вот до сюда аж. Вот я скопирую. То есть вот по вот этой ссылочке это получается открытие сайта каталога на сайте Marrakech. И получается, я все каталоги оттуда выдернул сюда, и они, получается, здесь видны. Вот эта ссылочка на каталог самого сайта marrakech.com. Давайте я вам покажу. Я его просто скопировал и вставил в буфер админа. Сейчас перейдем. То есть вот он. Целая страница сайта, и эту страницу я разместил на своей странице, так как мне надо. Чтобы не отправлять человека хрен знает куда, зачем он будет идти на другую сайт, если нужно, чтобы он был на моем сайте. Во время ссылку на какой этот сайт будет работать. Ну, фактически, да, тут надо немножко... Получается, это будет тут так. То есть вот этот div allegan center, это будет, значит, в центре ячейки тег. Div class iframe, это означает вот frame, то есть ну, само место. И здесь идет z-index, 10 position, так что-то. 100% width, это с английского что, ширина. Ширина 100% должна быть этого сайта, как он будет выглядеть. И так. Высота 650 пикселей и ширина 100%. И ссылочка на сам сайт. То есть получается, надо будет вот, если с центром, то прям вот этот элемент. Вот это название над каждой брошюрой. И это все находится между тегами TD и TD. То есть это именно в ячейке, в таблице. То есть если есть желание, я вот так сейчас вместе с этим, с тегом div, вот так сброшу. Можете поковыряться в этом теге. Сейчас лучше вот так откроем в редакторе. Значит, вот этот элемент получается. Просто в этом элементе мы берем нужный нам сайт, который мы хотим разместить страница в странице. И здесь получается вот эту строчку, вот от этих кавычек до этих кавычек, мы удаляем, вставляем нужный нам сайт. Дальше, вот это space give, это будет space give, он автоматически выдергивает как бы картинку этого сайта, space give. И таким образом мы вставляем как HTML-код в нужное нам место, где мы хотим как сайт в сайте сделать. Вот. Ну, это я даже не спрашиваю, поняли, не поняли. Скорее всего, не поняли. А вот не знаю, сколько это будет стоить. Ну, это реально сложный элемент. Ну, не знаю. По стоимости даже не могу сказать, сколько стоит. И вот видите, тут везде якоря. То есть... Сначала делаете вот так, нажимаете, как я говорил, якорь. То есть куда вам надо
делать переход. Вот здесь якорь. И пишите название. Все эти якоря делаете описание. То есть, чтобы вы не попутали, кто куда должен, ну, какой якорь куда должен вести. Потому что реально много. Так. Ладно. Поехали дальше, потому что реально загружу сейчас. Поехали. Регистрация. Значит, по регистрации. Значит, вот здесь возвращаемся опять-таки к нашим элементам. Где там этот медиа? Витрина. Витрину берем, вставляем и вставляем фон. С этим понятно, уже разбирали несколько раз. Менюшка. Останавливаться не будем на менюшке. Дальше. Вот это онлайн-анкета для регистрации в компанию. То есть вот она, шапка. Вставили, написали. Дальше. Здесь я сделал в виде трех колоночек. В виде трех колоночек. Значит, в левую сторону поставил картинку. Значит, вот тут я немножко расскажу. Значит, видите, здесь широкая, а правая колонка и левая, они такие узенькие. Поэтому я использовал вот так, вот с такими, с боковыми панелями элемент. Вот так вставил. Дальше сюда, соответственно, картинку, сюда картинку, а сюда текст и форму. Значит, по размещению картинок тут все и так понятно, уже рассказывал. То есть кликаем на изображение, вот так вставляем, редактировать. Где там? Выберите изображение. И выбираем наше изображение. Оно у меня такое вертикальное. Вот, кликнули. И все. И картинка уже встала на свое место. Дальше. Я его пока удалю, чтобы не мешал. Вот этот текст. Это то же самое, как мы всегда делали уже неоднократно. Уже, наверное, выучили вот этот виджет текст. То есть берем текст и вставляем. Вот. Текст я удаляю. И пишу, конечно, свой текст, вот этот. Дальше. Новый элемент, который мы сегодня еще не рассматривали, это форма. Вот с формой у меня, конечно, есть некоторые вопросы самого, потому что что-то мне... Либо я что-то неправильно сделал, либо что-то недопонял. Значит, как я это сделал, вот это заполнение. Так, возвращаемся. Вот наша ячеечка и раздел формы берем. Так, форма, форма, форма. Где-то у нас была эта форма. Кнопка, кнопка, трима. Где форма-то? Куда делась? Изображение, галерея, иконка, Vimeo. Так, это что? Саунд, карта. А, вот форма. Значит, берем вот этот виджет форма, переносим точно так же и отпускаем. А теперь вот это, вот в этом разделе надо фактически его подредактировать так, как вам нужно. То есть пользователь заходит на ваш сайт, и что он должен, какие данные вносить. Ну, обычно это, конечно, имя, там можно фамилию, e-mail адрес, текст сообщения. Я бы вообще сейчас обязательно Skype. Нету Skype, но что с ним общаться, если он пришел бизнес в интернете делать. По-моему, это уже у всех должно быть. Вот, как показал опыт, у кого нет Skype, ну, с теми вообще никакой связи нет. Потому что через электронную почту это сложно. Значит, и нажимаете «Редактировать». Открывается редактор формы. Значит, здесь название формы. Можете оставить по умолчанию. Если у вас, конечно, будет много разных форм, там какие-то отзывы оставьте, там обратную связь. Конечно, лучше сделать свое название, чтобы вы не путались, с какой формы вам прислали сообщение. Дальше.
Здесь можете поставить галочку «Уведомлять меня о получении новых сообщений». То есть, когда люди заполняют форму, вам приходит сообщение. Во-первых, вот здесь видите раздел «Сообщения» в самой конструкторе. Но также придет вам на электронную почту. Вы можете указать, какую хотите электронную почту. А дальше здесь заполняем поля, которые вам нужны. То есть, если вас не устраивают такие, вы можете, допустим, это стереть там и что-нибудь написать, что хотите. Здесь тип этого поля. По умолчанию, там, допустим, ну, имя это нужно, конечно. Там e-mail, если e-mail, телефон, URL, адрес, дата, время, всплывающий список. То есть можете выбрать как угодно то, что вам нужно. Дальше. Вот эти галочки. Если это поле обязательное, ставите галочку «Обязательно». Если оно не обязательное, значит, когда человек будет заполнять данную форму, свою информацию, форму носить, нет у него, допустим, скайпа, ну, поставили «Не обязательно». Тогда система не будет ругаться, то, что форма не заполнена. То есть, фактически, это вот, когда вы регистрируетесь на каких-то сайтах, вы тоже заполняете, вносите свои данные. Вот это как раз система для создания вот этой, вот этих данных. Если вам мало вот этих полей, вот тут есть кнопочка «Добавить». И сколько хотите там добавляете, неограниченно. Если надо удалить, нажимаете вот «Удалить». И дальше, название кнопочки «Отправить». То есть по умолчанию «Submit». Ну, у нас люди русские не все понимают, что написано. Ну, пишите, допустим, ну, «Отправить». Вот. А здесь по умолчанию система нам уже написала. Благодарим за отзыв. Мы свяжемся с вами, если потребуется. Вы можете это удалить и написать, допустим, свой текст. И после этого нажимаете «Применить». Вуаля! И форма у нас готова. Все, сохраняем, заполняем. Все есть. То есть с формой вопросы есть по форме? Все понятно, замечательно. Так, я этот удаляю, блок. Значит, внизу это то же самое, то есть отзывы, как мы делали на первой странице. И также нижняя вот эта папка, просто ее перенесли, она автоматически вся заполнилась. Информации много, конечно. Так тут можно еще больше возможностей сделать. Ну, давайте вкратце еще четвертую страницу. Значит, здесь что особенного? Фактически, ну, верхние элементы вы и так уже все знаете. Да, можно на паузе. Так, значит, здесь новый элемент, карта. Да, в ходе работы разберетесь. Новый элемент карта. Значит, как это делается карта? Да я вот за выходные этот сайт сделал. Я больше сидел, информацию собирал, какие картиночки, что писать. Я вот про этот моряки вообще ничего не знаю. Сделал одно, потом показываю жене. Фон не понравился, давайте шаблоны менять. Да довольно, конечно. Так, значит, вот тут еще картиночку нам какую-то вставить будет. Значит, по карте. Сейчас я вам покажу, где у нас карта. Вот у нас такой виджет, раздел «Карта». Сейчас чуть подниму. Вот сюда куда-нибудь воткну. Берем вот эту карту, вот сюда, допустим, ну, вот сюда, допустим, раз, шлепнули. Вот, вы хотите сообщить свое местоположение? Ну, пока ничего не хочу сообщить. Нажимаем «Редактировать». Здесь введите местоположение. Вот, вводите, где вы находитесь. Там текст маркера, там расширение, там какой город. Это зум по умолчанию, то есть это увеличение карты относительно вашего сайта. То есть можно там какую-нибудь деревню показать,
но на фоне земли, естественно, где там эта деревня будет. А можно ее приблизить на уровне, допустим, улицы, окрестности, города, области, континента. Ну, допустим, например, возьмем город Москва. Вот видите, я печатаю, и мне система автоматически выкладывает. Вот. Оп. Город Москва. Она знает, что есть город Москва, допустим. Какой-нибудь еще наберем. Тот же самый. Дальше. Высота карты. 240 пикселей. Ну, пусть будет так. И зум по умолчанию, допустим, страны. И текст маркера напишем «Москва». И нажимаем «Применить». То есть текст маркера, название Москва, вот эта штучка появилась, то есть на уровне страны. Если мы, допустим, вот можем там и уменьшить его, и увеличить. Если нас это не устраивает, у нас какой-то точечный адрес. Зачем нам нашего клиента вести, ну, это неудобно. Нам надо как-то точечно. Москва, допустим, какой там адрес. Вознесенский переулок, допустим, дом 1. Есть такой дом? Вот, 1 дом 20. Пускай будет такой. И сделаем увеличение картинки, ну, на уровне, допустим, ну, города для начала. Сейчас вы увидите изменения. То есть увеличена картинка вот так, на уровне целого города. Можно ее еще ближе увеличить. То есть не на уровне города, а, допустим, вот 14, чуть поменьше будет. Более крупным планом показано. Либо там еще можно увеличить. На уровне там улицы, например. То есть сразу на сайте будет вот так показано. По-моему, суперский инструмент. Я считаю. Очень удобная штучка получается. И также внизу вот этот подвал. Как на всех страницах. Так, еще интересный момент. То есть по этой странице понятно? То есть с картой. Плюсик нажмите, кому понятно. По-моему, все просто. Угу. Замечательно. Фишка у них еще есть интересная. Если вам не понравился дизайн вашего сайта, вы его можете менять на лету. Значит, тема. Сейчас вернемся на главную страницу. Где-то я вам сейчас скажу. Тема, редактор, статистика, аккаунт. Вот тема. Нажимаем тема. И вот смотрите, сколько у нас тем. То есть тему, во-первых, можно по категориям разбить, а можно просто пролистать. В принципе, тем достаточно много. Хватит на любой вкус и цвет, кому угодно. И красные, и зеленые, и синие. И фишка заключается в том, что можно на лету изменить тему. Вот у меня сейчас тема, ну, вот такая светленькая. Допустим, человек хочет черненькую. Можно на галочку поставить, это сразу будет применен. А можно на вот такую лупу нажать. На лупу нажимаем. Сейчас загрузится. Я вношу свой вклад в жизнь других людей, а я покрасила дом. То есть, обратите внимание, у нас система автоматически сформировала предварительно, как этот сайт будет выглядеть с данной темой. Все содержимое уже сделано. И мы можем точно так же перейти на другие эти странички. Вот. Не понравилась такая тема, ну, выбери там, пусть вот такую тему. Будет все по-другому выглядеть. То есть, фактически, мы дизайн можем поменять на лету. То есть, если мы пришли к клиенту продавать этот продукт, быстренько ему накидали, ну, он сказал. Я вношу свой вклад в жизнь. Темненькая, там, черненькая, красненькая, хочу по-другому. Вы тут же можете ему на лету предложить другой шаблон, другой дизайн. То есть дизайнеры за нас уже поработали. По-моему, бомбовский инструмент.
То есть вот так предварительно это все выглядит. Там, где-нибудь. И так по любому дизайну. Так, с этим понятно, с дизайнами? Поставьте плюсики, кому понятно. Замечательно. Так, и самый такой больной вопрос, который могут задавать суперпрофессионалы умные. Значит, у нас это считается домен четвертого уровня. Это вообще ну, не очень хорошо. Поэтому его надо сменить на нормальный домен. Как это сделать? Значит, нажимаем эту штучку. Сменить домен. Вот так. Дальше. Вы заказываете домен на VWebs. То есть на нашем инструменте. Где он там? Аккаунт. Нажмем его сервисы. Сейчас покажу, где вы заказываете. Значит, у нас есть инструмент VWebs. Заходите сюда, кликаете на русский язык, у вас все на русском языке. Пишите название домена на английском языке также. Ну, допустим, my my-domain. Ну, с тире лучше не делать, потому что ну, как-то неэффективно. То в крайнем случае, если вы что-то не подберете, ну, оставьте с двух слов, например. Так, ну, допустим, что такое? My business. Ну, скорее всего, будет занято. У нас домены. Вот эти домены, они идут бесплатно. Значит, выбирайте, какой хотите. Можете по умолчанию оставить это. Сейчас увидите фишку. Нажимаете «Далее». И видите, система автоматически предлагает бесплатные домены. То есть выбрали, что вам надо. Если не понравилось, удалили, набрали другой. И далее, далее. Выберите тот, который у вас устроит и который доступен. Нажимаете галочку «Доступно». Нажимаете «Далее». Вводите свой ID-номер. Нажимаете «Добавить в корзину» и заполняете там далее свои данные. Проходит там несколько дней, вам домен оформляют. После этого вы сюда вводите свой домен, а дальше на самом VWebs надо настроить вот эти DNS-адреса. Вот как это сделать, я думаю, в следующий раз расскажу. Потому что здесь еще одна будет головоломка соединение UWeb с VWebs. Так, ребят, мы сегодня 2 часа плодотворно, в общем, потрудились, послушали меня. Вопросы есть у кого-нибудь? Давай, Лена. Так, я тогда, чтобы эхо не шло. Наушники одену. Так, ребята, привет все. Мы сейчас, мы, конечно, 2 часа смотрели удивительные вещи. Сережа, я думаю, что оценка нашему продукту сегодня, наверное, и трудно оценить. Но я не об этом, ребята. Значит, вы понимаете, да, что есть инструменты сегодня, которыми мы можем делать дополнительные себе деньги, но все деньги у нас в маркетинге, вы прекрасно это понимаете. На что я хочу обратить ваше внимание? Наверное, вы все согласитесь, что с нашими, ну, специфическая у нас аудитория русскоговорящих, будем так говорить, да,
Но у нас есть удивительный инструмент сейчас, знаете какой? Встреча со Стивом Реннером каждую субботу, она всегда была, но мы никогда, в общем-то, ее не использовали, наш русскоговорящий. Теперь вы смотрите, когда заходите на страницу, на главную страницу у нас в бэк-офисе, с паролем заходите, и на самой главной, как только заходите, да, на самую главную страничку заходите, и там с правой стороны самая первая, сделай экран. Видно экран вообще? Да, вот. Самое первое. Не видно сейчас. Сейчас я стоп. Нет, у тебя не видно, вебкаст проще. Вот да. Сейчас видно. Я еще вот как раз хотела с тобой посмотреть, ребята, что можно классно сделать вообще просто. Понимаете, что можно, это мой мозг блондинки, может быть, неправильно понимает, но ты сейчас, Сережа, скажи, возможно ли такой вариант. Итак, вы видите, сейчас нам здесь поставили ссылочку, особенно первая, тут написано, в каждую субботу 10 часов по Миннеаполису, кликаешь сюда и открывается сразу же вход в нашу комнату. Я это заходила к Стиву, когда он проводит встречи, сам Стив, ребята, это сам Стив проводит. Значит, как можно вот к этому, это что у нас, как привязать реферальную ссылку или что, я не знаю, приглашение на вот эту презентацию, чтобы у человека была, помимо того, что вот если, допустим, как с англоговорящими, если вы там можете через переводчик с ними общаться там или как, у человека должна быть, по крайней мере, реферальная ссылка. Вот здесь я точно ничего не понимаю, как делать. Но факт тот, что у нас есть конкретная ссылка вход в комнату на встречу со Стивом. Вот она ссылка. Как все вот это, делается. Сережа? Можно сделать точно так же, как и... Конкретная ссылка. Баннер. Можно сделать баннер. Можно сделать баннер. Или это что? Вот как я делал вот на мега-команде, когда на общий сайт заходили, и кликаем туда на кнопочку, и переходим сразу. Какая разница, какая ссылочка за этой кнопочкой? Угу. То есть можно к тому же сайту, вот к этому мега-команда, которую я делал. Ага. Где он тут? То есть вот так же сделать вот эту кнопочку, допустим, здесь написать, суббота. Да, это отдельно вытащить. Да, суббота со Стивом. Да. Суббота со Стивом, да. Нажимаешь. Но, Сереж, я имею... Да, я имела в виду, как нам, да, ссылка есть, просто какой-то, я не знаю, как можно, вот, допустим, нам прорекламировать и пригласить людей, которые говорят на английском и которые живут в более-менее цивилизованных странах, которые понимают, что здесь деньги, которым даже, как нашим, даже лень, блин, наклониться и поднять эти деньги. Поэтому хочется, да, как-то иметь дело уже сегодня с людьми, которые понимают, что им предлагают. Угу. Ну, вот эта идея, как должна, как-то нужно это сделать. А значит, этот сайт, вот по Мэрикей, это 4 странички здесь сделано. Это версия тарифа стандартный, а 2 странички будут на бесплатном аккаунте. Значит, как пригласить вот этих иностранцев? Ну, у нас есть консультанты, да. У нас есть консультанты, которые имеют возможность вот этого бесплатного конструктора с 2 страниц. Но они уже могут купить себе больше, если хотят. Даже независимо от того, что есть у него пакеты, не есть у него пакеты. Там отдельно Юбэк вот продается. Где этот сайт? Да. Сейчас покажу. Видно экран вообще? Да, то есть нажимаете так купить продукт, если вы как консультант. Ну, не получается пакет покупать. Ну, ничего, нажимаете вот клиентские пакеты и переходим и выбираем. Если нам нужен, допустим, версия Deluxe, на 12 месяцев мы сразу оплачиваем $215. Если нам нужна версия профессиональная, на 12 месяцев мы оплачиваем $325. Но за эти деньги мы еще получаем бесконечное количество страниц и 1200 iCredit. И еще и по структуре... Да, еще 20 гигабайт. Ну да, по структуре тоже бонусы, точно так же все идет.
Фактически 15% с покупки. По-моему, даже вот с... Да, сейчас, по-моему, так же остается. С этого же до 25. Там впереди больше, до 25. По-моему, до 25. Да, до 25%. Вот. В принципе, за $325 купить вот такой хостинг на год, ну, это дешевле, чем платить, я знаю, в Москве платят по 4000 за подобные хостинги, за бесконечное количество страниц. Или 20 гигабайт дискового пространства. Ну, у нас... Смотри, Сережа, смотри, вот допустим, я твоя заказчица. И хочу такой же сайт, как ты сделал своей жене. Ну, не точно такой. Какой-то. Вообще, да. Просто сайт. Хочу такой сайт. Сережа, за сколько ты мне можешь сделать этот сайт? Вот, и мне просто интересно, вот, наши люди, которые все-таки... Вот я тебе предлагаю, Сережа, сделай такой сайт. Продай его и купи в компании дополнительный пакет на эти деньги. Это самое, ренью пакет. По факту, стоимость создания сайта, то есть сама работа, в принципе, создать сайт, его дольше придумать, что там должно быть. На это дольше. Это понятно, но все равно ты знаешь на рынке, сколько берут денег за строительство сайтов? Сколько бы ты взял? Да ты, вот не ты взял, а реальная цена. $500 то это вот такой сайт, как ты жене сделал, или это $100? Вот такой сайт стоит, ну, наверное, от $500 и выше. От 500. От 500 и выше. Но это я приблизительно сказал. По Москве в среднем сайты делают от 50 рублей, от 50 тысяч. Вот именно так ел, чтобы да, много... Понятно. Представь было. Себе, что ты подобный... Вот. Да. Подобный сайт делаешь и говоришь, да, клиенту, я тебе сделаю сайт и поставлю еще и на раскрутку. Ты готов мне каждый месяц там платить там какие-то деньги? Окей, да. Давай. То есть стоимость сайта заработали. Дальше. Ему же надо где-то разместить этот сайт. Соответственно, ему надо оплатить в зависимости от того, чего он хочет. Если ему там нужно просто сайт-визиточку сделать, ну, достаточно будет и версии стандарт. То есть, где он стандарт? Стандарт. То есть, 10 страничек. На сайт-визиточку-то за глаза хватит. А если покруче, побольше страничек, надо больше брать. Если ему надо серьезный сайт, это, конечно, не будет стоить $50, 50 тысяч. Это будет и больше. Вот, у нас в Москве... Сереж, смотри, а вот у нас люди... До полмиллиона. Да, люди любят одностраничники. Одностраничники? Да. Люди любят... Да, одностраничник. Вот на нашем, на YouWeb сделать одностраничник. Вот, окей, это, если у человека нет доменного имени, значит, мы у себя можем купить для него доменное имя. Да. На нашем YouWeb сделать ему сайт одностраничник, как раз, два, три, когда руку набьешь уже. Сколько можно взять денег за такой сайт? Ну, стольник-то точно, как минимум. Рублей или $100? Нет, я про доллары говорю, я не знаю про рубли. За одностраничник. Однозначно. То есть ты можешь, там, это, у человека, да, есть материал, все, ты ему сделал, все показал, нравится, все, это $100, и это получается так, что когда уже ты, как сказать, уже имеешь опыт, практику, эти сайты можно щелкать, как продал 100, купил ренью пакет за 100, продал 100, купил ренью, и увеличивай свою долю в компании, потому что не забывайте, что наша цель сегодня не так построить сайт, как увеличивать свою долю в компании. Это наша самая первая выгода. Так вот, у нас есть теперь где, на чем есть сделать деньги для того, чтобы хотя бы покупать ренью пакет. А с другой стороны, Лен, смотрите, что еще получается. Создать сайт, это понятно, но клиенту надо его еще купить. А это идет в общий оборот компании, из которого мы каждый день 35% получаем. То есть часть денег идет за нашу работу с клиентом. Это мимо компании, то, что мы согласились создать ему. А естественно, за хостинг, за вот этот продукт он оплачивает.
делая вот это все, да, мы поднимаем оборот, да, в то же время, я еще заметил, у нас все вот эти продукты, они привязаны к нашему домену. Вот я менял домен на мобильном сайте, сегодня даже менял домен на Ювебе, пытался это сделать, у нас получается все равно привязка к нашему access.com. Именно к нашему хостингу. И это в итоге повышает рейтинг компании в мировом обороте. То есть рейтинг повышается среди всех сайтов, потому что больше ссылающихся сайтов на наш домен идет. Access.com. И получается, мы резко сейчас взлетаем. Вот благодаря вот этим, вот этому продукту просто начинаем потихонечку должны взлететь. И в то же время, имея вот этот бесплатник, ну пусть бесплатник зарегистрируется. У него две странички. Это на достаточно на сайт-визиточку. Простенько. А, даже он ничего не оплатил, но у него нету домена. Поэтому он однозначно поднимает именно основной наш сайт access.com в рейтинге, который привлечет людей с деньгами. И повысит оборот. Вот вчера Игорь то же самое говорил. Ну да, ну да. Ну, тут вообще, ну, настолько, я, знаете, ребята, вот сейчас мы все-таки сейчас в семье можем говорить об этом. Ну, настолько безупречно все, настолько все привлекательно, я никак не могу найти причин, ну, не могу я понять людей, ну, никак, не знаю, вот почему люди этого не видят и не понимают? Я тоже не могу понять. Здесь действительно можно, да, вообще я не понимаю это. Да, идут куда-то, даже и по $1000 куда-то вкладывают, какие-то биткоины пошли сейчас, еще какие-то эти, терминалы, еще какая-то хрень. И причем туда и 800, и $1000 тащат и без остановки. Здесь можно со $100 начинать, здесь, посмотри, наши не видят, ничего не понимают. Еще фишка, которую я недавно... рассказывал, на прошлой неделе я рассказывал, или на позапрошлой, в пятницу мы собирались, там было 7 человек. Так вот, кто слушал, тот был молодец. А, значит, про мобильный сайт. Вот сделал я мобильный сайт, а фишка заключается в том, что обычные сайты на смартфонах, ну, хреново выглядят. В интернете нашел информацию, в общем, продают целые курсы, как делать мобильные сайты, разные варианты ценовые, там фактически до 10 тысяч рублей курс стоит. Только у нас это уже этот продукт, вот мобильный сайт, он 1.5 года. Им никто не пользуется. Говорю, как есть, это все знают. Вот сделал я вот этот мобильный сайт. Сейчас покажу, где он там. Сережа, наши только не пользуются. Наши не пользуются. Пользуются все, да, и китайцы, и америкосы. Все пользуются, кроме наших. Да. Значит, вот так он выглядит. То есть мы уменьшаем размер до размера смартфона. И вот так он выглядит на экране. Все кликабельно. Все понятно. Если перейти на сайт... тот, который есть, любой. Ну, даже на вот этот, на V-Webs сделанный. Вот я уменьшаю. Вот то, что на V-Webs. Это стандартно. То, что есть у всех. Вот правильно компания на своей странице в Фейсбуке написала, меньше 7% сайтов правильно выглядят на смартфонах. Вот смотрите, что происходит с обычным сайтом. Это называется адаптированный шаблон. На нашем инструменте старом, UWebs, он не предназначен как, ну, для просмотра на мобильном сайте. Вот сюда попробуй кликни, пальцы, они же толстые, это одно дело мышкой кликнуть, а другое дело пальцем тыкать. А попробуйте там где-нибудь контакты разместить. Так вот, что я вам скажу. Создать такой сайт мобильный, он занимает несколько минут. Ну, за час от силы, точно так же, как на Ювебе.
А стоимость таких сайтов фактически в маленьких городах от 100 долларов, а в больших городах от 150-300 долларов это стоит. Набрать много клиентов, ну, постепенно их будет много, да? Они будут еще по рукам передавать. Да, все правильно, Ольга. И получается, делая вот эти мобильные сайты, мы имеем уже живые деньги, которые здесь и сейчас. Но что мы в итоге дополнительно продаем нашим клиентам? Это однозначно. Сейчас я вам покажу, чего мы продаем. Вот он. Mobile Website Standard. Стандартную версию. Если надо, допустим, 12, так. Один сайт и три странички. 150 долларов сняли. Это идет в общий оборот и, естественно, по маркетингу. Если ему три странички мало, соответственно, это версия Deluxe. 30 страничек, 3 сайта. Ну, как я показывал в прошлую пятницу, получается на один сайт 10 страничек выходит. Для интернет-магазина, где надо много страничек оформлять однозначно, это, естественно, версия Professional. Вот и считайте, 350 баксов еще дополнительно сверху к 300-400 долларам, 500 за работу. Вот, и с этих денег еще комиссионные получить. Сережа, да, уже too much. Уже за разум за ум. Я хочу еще напоследок... Да. Напоследок смотрите, что я хочу вам сказать, интересную вещь. Вот я разговаривала буквально 2 дня назад, помогала там одному из своих партнеров правильно расставить кредит. Он старенький, он у меня 3 года назад пришел. Вот, и пришел, причем с большим пакетом на 2000, под ним был человек на 5000, который брос, понимаете, да, как раз это о тех, кто, я говорила, ленится даже наклониться поднять эти деньги, ну окей. Так я ему говорю, ты понимаешь, чем мы с тобой вот отличаемся? Вот мы с тобой одновременно пришли, не 3 года даже, он 10 дней разница, как мы пришли вместе в этот бизнес. Я говорю, что я делаю больше, чем ты? Ты делаешь серфинг? Да, я делаю серфинг. Я говорю, я тоже делаю серфинг. Я говорю, что я больше, чем ты, ничего не делаю. Я вот, никаких, меня компания не заставляет делать сайт, как вы тогда орали, как потерпевшие, дайте нам инструменты. Я никогда ими не пользовалась и пока еще даже не начала пользоваться. И это мне не помешало сегодня в день. Это я видела просто его бэк-офис, помогала когда ему. У него 4 доллара в день. Я говорю, чем мы отличаемся? Я говорю, ты делаешь серфинг, и я делаю серфинг. Только у тебя доля, говорю, с Гулькин, вот, маленький хвостик, а у меня доля моя в компании в 10 раз больше. Ты получаешь 4 доллара в день, а я 100 долларов в день. При одной и той же работе, в принципе. Да, вот, да, ты права. И что? Так я говорю, ты сейчас 4 доллара в день получаешь и 2 доллара забираешь. Ты что, единственные деньги, на которые ты живешь, или ты не понимаешь, что нужно увеличивать долю в компании? Тебе выгодно это, прежде всего выгодно. Поставь на 100%, вроде врубился, понимаешь? Вот и пожалуйста, то, что мы здесь делаем, здесь у нас побочность всегда говорит. Главное, ребята, здесь маркетинг, вот он, 1, 2, 3. Остальное все, что у вас есть, то, что вам предлагается, пользуйтесь на здоровье, кому кто хочет, дополнительные доходы. Не понимает, кто не понимает, ребята, не тратьте время, все. Не тратьте, прям даже и не сожалейте. Радуйтесь, что он сразу сказал, что он не хочет. Сразу вы поняли, что он не хочет. Все, next, до свидания. Нас здесь вот собирается 18 вчера, к Козлову пришли 150 человек. О, достижение какое. Хотя он сказал... 150 человек пришли, а нас, у меня, говорит, структура 50 тысяч. Где они? Где они? Потащили куда-то, поперли какие-то эти шабашки тратить деньги. Но не надо, кто-то должен тоже на кого-то работать, кто-то должен тратить эти деньги в шабашках. Все, но даже взять нас, мы же считаем себя нормальными. Нам труднее искать себе подобных, но надо искать, никуда не денешься.
Надо искать, сейте информацию везде, где и никогда не думайте, вот даже вокруг себя, ой, ему это не надо, он это все равно не поймет, бла-бла-бла. Не надо ни за кого решать. Наше дело дать информацию, тем более нашу информацию давать безопасно. Я всегда это говорю. Самое главное, ты не побоишься запачкаться, чтобы тебя потом проклинали в спину. Да. Сережа, в общем, у тебя в записи это дело есть, потому что все, конечно, на паузах, все замечательно, может каждый справиться и сделать. И скажи свою оценку, вот сейчас уже ты разобрался, Лена Портун разобралась, шикарно сделала, там у Наташи Громова я видел, Таня моя, вот Каменчук тоже. Ну, осталось только мне взяться за ум и сделать себе сайт. Скажи оценку вообще как продукт. Продукт отличный, я вам скажу. Ломовой? Да. Причем ломовой, фишка, да? Даже на бесплатном аккаунте, вот как говорится, условно бесплатный, вот здесь обычно внизу, вот многие условно бесплатные, обязательно ссылочка, на чем это сделано. Обязательно. То есть на всяких там Виксах, там Джимда и другое вот это вот. Либо рекламу закидают. У нас человек бесплатно пришел, получает без всяких ссылочек. Ну, конечно, домен будет access.com. Куда он денется? Платники, конечно, получают полноценный функционал. Тот такой же, просто больше страничек. Вообще убойный инструмент, очень простой. То есть, видели, я уж... Ну, подумайте насчет того, что ищите... Сейчас через переводчики можно просто сделать на английском языке, даже сделайте на английском страничку на своем сайте и сделайте ссылочку это, на встречу со Стивом. Потому что тот, кто говорит на английском, прекрасно понимает, о чем говорит Стив. А он ключевой человек в компании, самый главный человек в компании. Уж никто, как он как никто может рассказать детально. Привлечь человека. Давайте будем выходить на англоязычный рынок. Хватит с нашими немчиками. Значит, по поводу, сколько сайтов сделать, сколько страничек. Заходите вот сюда, купить продукт, клиентские пакеты. Значит, версия стандарт. Стандарт, да? Тут все написано. 12 месяцев обслуживания, стандарт, количество страниц. 10 страниц. Один сайт делается на Ювебе. Делюкс. 25 страниц, один сайт, естественно. То есть на Ювебе мы делаем всегда один сайт. Если мобильный сайт делаем, тогда тут немножко по-другому. Значит, версия Deluxe включает 3 сайта, уже по 10 страничек каждая. А версия Professional включает 10 сайтов и Unlimited Pages. То есть неограниченное количество страниц и 10 гигабайт дискового пространства. То есть вот в этом разница. Так у нас. Ну да. Так, Андрей, я ответил на вопрос, сколько сайтов сделать и это посмотреть. Главное, вот как вот, кто заканчивал, кто учился, вот высшее образование получал, там главное что? Не важно, сколько вы там что знаете, главное посмотреть, где вы это можете узнать. То есть мышление. Так, еще какой-то там вопрос был в начале, я на не ответил. Сейчас пролистаю чуть в сторонку. Так. Так. Как поменять название сайта, который мы записали? Вот, Барагон. Как поменять название сайта? Возвращаемся на Ювеб. Видно название сайта? Если пакет на 2000, то пишем в суппорт. Прошу поменять мне сайт, этот самый Ювеб на версию стандарт. Да, версия стандарт, 10 страниц. Значит, как поменять этот самый? Значит, настройки сайта. Нажимаем. Вот здесь. Значит, название компании.
вы меняете. Заголовок сайта здесь тоже меняете. То есть эти данные вы вносили в самом начале. Так, нет изображения. Сейчас еще раз. Ну, сейчас видно? Сейчас перезагрузил. Видно, замечательно. Значит, как поменять вообще настроечки? То есть опять вот это колесико нажимаем. Здесь настройки сайта. И когда вы регистрировались в самом начале, вы писали название компании. То есть меняете на другое. Там заголовок веб-сайта. Убрали, написали новое. И нажимаете сохранить. Тут можете язык поменять, тоже сохранить. Здесь вы можете, кстати, еще и Google аналитику воткнуть. И она уже будет привязана к вашим ко всем страничкам. Дальше. CSS скрипты, кому интересно, могут поэкспериментировать. Java скрипты сюда же запихнуть можно. И, естественно, сохраняете. OPS это что? Это описание. Метазаголовок и метаописание. И сохраняете. Все. Вот здесь как раз вот. Раз. Настройки сайта. Все меняете. Если что-то непонятно, вот здесь есть помощь. Нажимаете на помощь, и вам вот за ручку взяли и повели. Какая кнопочка, что означает? Ну, все разжевано, я не знаю. Кто не может разобраться. Ну, статистика тут есть. Тут чего-то только нету. Я сегодня показывал, я, наверное, ну и половина не показалась тех возможностей, которые здесь есть. Тут много возможностей. Так, друзья, 22 часа 30 минут. Наверное, мы уже закругляемся на сегодня. Вот, в пятницу презентации вести не буду, потому что по пятницам никто не ходит, как показала практика. От силы с понедельника по четверг и в воскресенье Семен. И в субботу теперь на Стива будем еще приглашать. Надо будет, конечно, страничку сделать. Пожалуйста. Так, выключаю пока сохраню. Так. Все, запись будет, чуть попозже выставлю. Всем до свидания.